Всем привет, играем в Heroes of the Storm, очередная потасовка, играем с друзьями, играем компанией. Итак, мне предлагают арена карателей, потасовка, мне предлагают на выбор специалиста, Назибоза, Гара, потерявшиеся викинги, еще в нашей команде три специалиста и убийца. Так, ну это должны быть, вряд ли викинги. С карателями драться или на Зибо, или Загара. Ну, давайте будет на Зибо. Итак, в нашей команде Сильвана, Газлоу, на Зибо, Валира, Керриган. Мы начинаем. Герои, вы готовы к битве на арене? Я беру холодный битва начнется через дух. 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Уничтожьте карателей, чтобы одержать победу над противниками. Так, все вырвались вперед, погнали. А что там, две Сильваны, что ли, у них? Да. У них две Сильваны. И вытянули меня на себя. Ладно, будем. А что взяла наша Сильвана? Начинающая стрела, совсем другая. Ну где ж ты, друг мой? Мой удар съел. Так, есть, этого мы подавили. Уходим дальше. Стена зомби, надо идти. Контакт, еще один вал смерти храбрых. Отходим назад. Керриган разошлась. Так, пора подлечиться. Ну, я сказал подлечиться. Вот это мы даем. Отойди. Ваша команда достигла средней отметки. Так, наша команда достигла средней отметки. И репорт. И погнали в бой. Что у нас тут за хувер? Так, убили карателя. Путь расчищен. Отходим назад. Отсюда. Ну,
Сильвания. Сильвания. Отлично. Так, теперь убиваем. Команда близка к победе. Это по первый раунд. Ну все, я думаю, что убийство карателя 100 очков, да, есть. Вы победили в первом раунде. Переходим ко второму. Так, и это будет Лимин, убийца, поддержка, боец, убийца, убийца, поддержка. Два героя поддержки. Ну, хотя неплохо, конечно, и Джайна, и Джайна. Трал вообще не подходит. А вот Лимин сдалека буду расстреливать. Хроми тоже неплохо. Герои, приготовьтесь к битве на арене. Расщепление, дальнобойный, дальнобойный, поддерживаемый луч. Салиб уже лазерный, световой. Дальнобойный, лазерный, световой меч, луч. И мы начинаем. Вылез наш каратель. Почему бы и нет? Тебя ничто не спасет. Мои заклинания готовы. Ты этого не стоишь. Это такая тень? Ничего себе. И так долго не умирает. Так, убиваем карателя. Отходим назад, посылаем магическую сферу. Дисконтакт. Еще дальше максимальный урон, 544. Все, третьего завалили. Лунара была потеряна товарищество. Не знаю, мне кажется, здесь Лимин имба, 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 имба. Потому что такой урон наносит. Ты этого не стоишь. А где вообще каратели? Герой убит. Ваша команда достигла средней отметки. Ну. Спасти меня надо. Спасибо. Я исцелена. Опа. Фонтана, я надеюсь, не напился, потому что... Возвращаемся.
сила моя сфера. Здесь убийцы ближнего боя не очень хорошо смотрятся. Здесь отлично смотрятся убийцы дальнего боя. Ленин, Роми в частности. Так, что у меня с маной? Так, двоих мы... А, нет, 6% осталось у характера. Ваша команда близка к победе. Надо бы ману, наверное, взять. Спасите, спасите, помогите. Вот так вот. Придется один раз умереть, да? Противник достиг средней отметки. А что у нас, по 19 убийств? Мне казалось, намного больше. Лунару. Лунару. Есть контакт. Так. Куда на этот раз? Карателя надо убивать. Да, ну что ты не делаешь? Выходим из ледяных. Есть. Есть! Ну, честно говоря, было совсем и не сложно. Вы чемпионы арены. Да, спасибо. Готовьтесь к битве
битве на арене. Битва начнется через 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Уничтожьте карателей, чтобы одержать победу над противниками. Так, ну что ж, в нашей команде Дабл Валла. Первая кровь, вторая. Двойное убийство. Попьем из колодца. Застряли, зацепились за Артамиса. Водички и спить из колодца. Ваша команда достигла средней отметки. Да. Из колодец быстрее восстанавливается. Да, 45 секунд. Я должен вернуться. Герой убит. Противник достиг средней отметки. Я отхожу. Ваша команда близка к победе. Давай. Я соберу. И спрятался, и здоровье нажал восстановить. И все равно убил. Беги, Артамис. Герой убит.
как же ты медленно ходишь, Дихака. Есть контакт. Первый раунд остался за нами. Вы победили. Приготовьтесь ко второму раунду. Постреляю новое издалека, хотя это не самый лучший выбор для этой. Самура, Рагнарос. А в качестве ультимативной возьму точечный удар. Ох ты, какой у меня олень поставился. Битва начнется через 10 секунд. Рогатый олень. Приказ поняла. 5, 4, 3, 2, 1. Уничтожьте карателей, чтобы одержать победу над противниками. Зачем он сюда полез, этот анубарак, вообще не понятно. Что он тут хотел найти? А вот и моя лимин. Пьем из колодца, где колодец? Колодец. Дай воды напиться. Зачем такими глупостями заниматься? Сколько времени тратить на меня? Так, я молодец. Убийств наделал. Достиг. Ох ты, жаль. Твоя
серия убийств прервана. Вот это ваша я молодец. Команда близка к победе. Я пока оказываюсь. Есть контакт. Почему на мне черный диксант? Я убил. Абсолютное доминирование. Окончательная победа. Окончательная бесповоротная победа. Жаль, нету в конце статистики, иначе бы я бы посмотрел с удовольствием. Так, ну что ж, третья игра потасовки, она же заключительная, я играю на этот раз за героя поддержки, это Светик, в качестве ультимативной способности я взял изумрудный ветер, который должен зайти сюда. Отлично.
достиг средней отметки. Разорвать их! Беги! Ну ты не начал. Защитил меня этот стежок, а стежок еще играет из героя. Команда противника близка к победе. Так, команда противника близка к победе. Кто у нас вылетел? Аска. Дайте противнику выиграть следующий. Ну что ж, придется за новую сейчас показать. Так, кто против нас играет? Герои, вы готовы к битве на арене? Назибор, Агнарос, Трейсер, Медив, Керриган. Ну, конечно, посложнее. Назибор, Агнарос, Трейсер, Медив, Керриган. 5, 4, 3, ну ничего, 2, я думаю, сейчас 1. За новую... отыграю, так как мне отыграл Светик, идеально, хотя я считаю, что я Светиком нормально отыграл. Просто, наверное, у них было урона побольше. Герой
бой готов. Герой вернулся в бой. Здесь shift прокликали колодец и обратно в бой. Герой убит. Я обо всем позабочусь. Я забрала тебя с собой. Ух ты. Резня. Неплохо, Медив тут сыграл, а я сыграл пул. Надо с ним помогать, а то... Да, спасибо, что вспоминал. Противник достиг средней отметки. Этот раунд за нами останется. Ваша команда близка к победе. Уже в пути. Серия убийств. Была близка. Вы победили. Счет сравнялся. Ну, конечно, это будет хромий убийца на дистанции, дистанционный убийца. Два бойца, два поддержка, убийца. Ну, нормально. Должны взять третий раунд. Герои, ты готовьтесь к битве на арене. Так, у меня паучок. Битва начнется через 10 секунд. 5. 4, 3, 2, 1. Уничтожьте карателей, чтобы одержать победу над противниками. Да убери. Герой убит.
Хватит с тебя. Хорошо здесь делать замедляющие. Опасно, опасно, опасно. Танцуй, пока молодой, пока ETC играет. Обошел он сбоку, сзади. И принял нас. Чем они дерутся в моем в песках, в моих песках времени? Вот мне кажется, это ошибка. Это ошибка. Нечего приставать к маленькой девочке. Ах ты. Попал же вроде. Да ну. Да, ну что ж ты будешь делать? Они контра меня. Ну что-то игра тормозит. Что такое вообще? Противника близка к победе.
Неужели проиграем? Ну, жалко. Ваша команда близка к победе. Одно убийство героя и все. Да ну ты посмотри. Фокус и надо этого. Только не умирайте, только не умирайте. Фокус и надо. Ае! Ну да, фокусить надо было карателя даже. Отличный бой. А уже все. Ну вот это была, да, суперская игра. Она была последняя, она была супер. Это на команда оказала нам сопротивление. И опять же, нету статистики посмотреть. Ну что ж, вы сами все увидели, отличнейшая потасовочка получилась последняя. Так что всем спасибо и до встречи.